Исен, мы с эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина олға таба қойбір темалар турында қысқаша. Йоршолыда келесі елда яңа мәктеп түзерген ниетлілер ұл қойда планаштырыла. Солғын продукция жетештіру цехларын көрсеттілер, хам әзір ризықларға дегустация өткерділер. Йоршолыда мәктеп тұқлануы комбинатына экскурсия ұйыштырылды. Йоршолда келесі елда яңа мәктеп түзерген ниетлілер хам ул мәлекес орияғында борлыққа келешек. Бұ хақта аппарат кеңешмесі вақытында шахар мэрі Ноил Мағдиев хабар итті. Не үшін нәқ мінен мәлекес орияғында бұ хақта олдағы минутларда сөйлер біз. 2025 жылда Мәлекес Орьяғы микрорайонда тағын бір мәктеп керек болашақ. Шәһәр мэрі Ноил Мағдиев сөзлерінше, оқу йұрты яқын келешекте 39-шы мәктепті 3 сменада білім беруіне кіртмәскә тиеш. Бұл хәл 65-шы микрорайондағы 42-шы мәктепте шоққына болмай қалды. Вчера в правительстве с утра встречались с руководителями соответствующего уровня, с Фарид Шавкатовичем были там. Поэтому наша задача сформировать земельный участок и добиваться того, чтобы там появилась школа. Балалар саны елдан ел орта, хам бұл тенденция яқындағы 5-6 ел соқланашақ деп үстеді шахар мэрі. Хазір Йоршолыда 24 мектепте оқулар 2 сменада олып барыла. Даже если после 30-го года количество учащихся будет уменьшаться, мы просто уйдем от второй смены. Поэтому о том, что школы будут полупустые, это нам точно в ближайшие 10-15 лет не грозит. То же самое касается детских садов. У нас сегодня на 100 детских садов 121 ребенок ходит. Исекзге тишеребе сунған 10 елда шолда 10 яңа мектеп хам 24 балалар бақшасы түзілді. Үстеме білім беру учреждениелеріне, азық-түлік блокларына, спорт хам мәдениет объектларына капитал ремонт ясауда дәвам ите. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Мәғариф учреждениелерінде балаларға нәрсе ашаталар, тұқлану, ни дәрежеде балансланғаны, мәктеп тұқлануы комбинатына экскурсия ұйыштырылды. Онда масса көлем мәғлүмә шоралары, шәһәр администрациясы қызметкерләре, хәм блогерлар қатнашты. Бізге кондитер әйберләре, солғын продукция жетештіру цехларын көрсеттілер, ахырда әзір ризықларға дегустация өткерділер. В составе у нас 8 цехов. Мы сейчас с вами как раз пройдемся по этим цехам. На втором этаже у нас расположены цеха готовой продукции, а также цеха сырой продукции. Комбинат бойынша экскурсияны интотлы цехтан, кондитер цехынан башладылар. Мында сочник, пирожнылар, маффинар, хам башка бекуп нерселер әзірлейлер. Әмі негізден мектеп оқушыларының хам балар бақшаларында тәрбиеленушілерінің тұқлану рационда ошлар. Мектеп тұқлану комбинаты қызметкерлері сөзлеріне қорағанда ең популярлары борщ, ши, рассольник, хам башқалар. Сухо производится при температуре 95 градусов, то есть отсутствует элемент кипения, что позволяет сохранить в продукте все необходимые пищевые вещества, также витамины, минералы, цвет, вкус, запах. И позволяет минимизировать такие добавки, как соль, сахар и различные масла. На сегодняшний день по комбинату производится порядка 4 тонн супа в день. Ешілше хам ит, вакуум пакетларға түрлі, шол рәушілі олар мағариф учреждениелеріне кетірлі. Ошқа нәршілері бірінші хам екенші ризықларына салатларына әзірлейлер. Меню 12 күнге әшіліне, онары ұл қабатлана. Мәктеп тұқлану комбинаты қызметкерлері күн сойын 110 мін ұқушыны тұқлау білен тәмін ете. Бұ мағариф учреждениелері ұқушылары да балар бақшыларында тәрбиеленушілерді. Ряда людей возникают вопросы по поводу пельменей, насколько они соответствуют школьному питанию. Сегодня я попробовала 3 пельмешка, они действительно очень вкусные, классные. Я взяла гороховый суп, салат из моркови и плов. Все достаточно вкусно. В школе у себя я не очень любила питаться, а здесь мне нравится. Дочка у нас в 4 классе. Кушает всегда в школе, от школьной еды она в восторге, всегда вкусненько. И самое главное, всегда рассказывает, что кушала. Бошлангыши сыйныфларда тұқлану бейесі 66 сум 76 тиен, үлкен сыйныфларда 80 сумны тәшкелейте. Лилия Гатина, Эльмир Гайнединова, Сергей Вильданов, яңалықлар. Әгер сізіне бірер проблема бұршыса, екі шотықлы хабар жеткересігіз келсе, біздің WhatsApp қызметін әмрежаға тейтігіз фотосүретлерігізіне, хам видеоларығызіне 8-939-301-31-31 телефоны бойынша күтіп қалабыз.
Аурну деволауға қорағанда кесету жеңілірек. Ел башынан 3-ші шахар поликлиникасында 18 мінге яқын шолылы ғымыми диспансеризация ұзған. Ол қабыф қатыр факторларын ошықлауға, хроникам онкологик ауруларына ирте диагностиклауға юнелдірілген. Медицина текшіруін 18 ештен башлап, мишлеуші хам ішлемеуші гражданарда ұзаула. Бұл қоқта олдағы минутларда. Работайте, пожалуйста, кулачком. Гүлия Мухаммеддинова ел сайын ғымыми диспансерлаштыруза. Диспансеризацию мы проходим для себя. Если мы сами не позаботимся о нашем здоровье, то вряд ли кто это сделает за нас. Поэтому я сегодня вот прошла ЭКГ, сдала кровь, завтра пройду маммографию. 18 ештен 39 ешке қадарғы пациентларға оны 3 елға 1 топыр 40 ештен соң ел сойын ұзарға керек. Текшірулер күлемі ешке қам ішіңіз кәбейлі. Если брать пациентов от 18 до 39 лет, у них входит общий медицинский осмотр, общий анализ крови, сахар, холестерин, кардиограмма, флюорография и смотровой кабинет для женщин. Начиная от 40 лет, ко всем вышеперечисленным исследованиям добавляется еще онкоскрининг. Так называемое исследование для раннего выявления онкологии. Онкология наушықлауға анализар онкодиспансерға текшіруге шеберле. Бұл ісе еш хотын қыздар хам иротлар үшін диспансеризацияға репродуктив сәлеметлік скринингға кіртілген. Сейчас вы делаете глубокий вдох, трубочку в рот и резкий выдох делаете. Лежите. Спирометр ярдәмінде пациентның тышқы сулыш функциясын текшірелер. Ғымыми диспансерлаштыруның екінші этабында бұл текшіруіне барлық ештегілерге көрсетілген. Сейчас мы определили полный объем форсированного выдоха и объем форсированного выдоха в первую секунду. А эти цифры мы делим 4,5 на 4,6. 97% объем легких у вас хороший. Ғымыми диспансеризация нәтижесінде ағымдағы елда шекер шері, юрек қон томырлары системісі аурулары, сүт безі, шекле, көпке онкологиясы болған пациентлар ошықланды. Пациентлар түп ағым білен кесішмеше бірінші қотта тиешлі текшірінулер ұзарға мүмкін. Үшінші шахар поликлиникасында диспансерлаштыруға юламаны шафқа туташы постында 7-ші кабинетта екі участок тобип терапевтта үш күнлерінде ертеңгі 7-ден кешке 7-ге қадар, шимбе күні 8-ден 16 сағатқа қадар алырға мүмкін. Лилия Гатина, Лейсен Габдрашитова, Арсум Кулисов, Йоналықлар. Түрлі өлшемдегі хамуайлы модельдер Орзан Бейеден сатыла Беларусь ойы кимнері күргәзмә ярминкәсі үз коллекциясын күзгі туфли хам ботинкалар білен тулыландырды. Үстеуіне шоллы холқы хам шахар қунақлары түрік текстилін да сатып ола ола. Сіздің Муса Жәлел урамы илі 5Б өзәкірет сәуді өзәгі әлікігі болалар дүниесі бинасы адресі бойынша күтіп қолалар. Для больных ног, вот, допустим, это самый очень удобный обувь. И я вот купила зимние сапоги, очень довольна. Это самое мне удобно. Проблемалы аяқлар, шығып тұрған сүйеклер, яки кин тобанлылар үшін шешіліші бар Беларусияда жетіштірілген аяқ киімлері. Үстеуіне қазір көргезмеде иротлар үшін де, хотын-қызлар үшін де күзгі коллекция туфлилер хам ботинкалар көп. Верх данной модели сделан по особой технологии софт, что обозначает мягкость. Эти туфли облегают вашу ногу как домашние тапочки и представляют удобство при ходьбе. Имеют лазерную обработку, что придает им мерцающий эффект. Подошва вулканизирована. Такое крепление делает обувь влагоустойчивой, а также легкой и гибкой. Түрік текстилі турында да ұнытырға ярамы, ұрын, жир комплектлары, міндерлер хам юрғаннар, иіс кеткеш сифатлы плетлары борысы да бір ұрында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Беларусия ойы кимлері хам текстилінің Муса Жәлел урамы 55Б үзәкірет сәуді үзәгі әлікігі балалар дүниесі бинасы адресі бойынша сатып алырға мүмкін. Бұл сізге жеткіресі сұңғы мәқліметі бізейді. Мені Лилия Гатин, сізің білен сау болашам, өйсен емен болығыз.
Чулы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 9 по 14 сентября. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Варикоза нет в Набережных Челнах. Дни здоровья. Прием флеболога под контролем УЗИ 1000 рублей. Звоните 25 38 25. Только с 4 по 14 сентября выставка продажи саженцев плодово-ягодных культур от новосибирского плодопитомника. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас в ВЦ «Экспо Кама».